Друзья, и снова всем привет! Пришел я сегодня на рыбалочку на наш мостик, на котором удалось с вами поймать щуку на 3,5 килограмма. Также рыбачить сегодня будем на такой замечательный подъемник от Александра Сибирска. Кто хочет себе такое приобрести, ссылочка будет под видео в описании. Хотелось бы поймать 5-10 карасиков. Ну все, приступаем к рыбалке. Ну, ловись рыбка большая и маленькая. А мы попытаемся первый раз поднять. Так, пусто, ну ничего, еще не вечер. Так, очередной подъем. О, карасик первый, хорошо. Рыбалка, можно сказать, уже удалась. Раз, карасик-то есть. Это уже хорошая рыбка, ну карась-то. Нормальный, думаю. Небольшой, конечно, можно было и побольше. Ну, пожарить нормально. О, какой замечательный карасик. Кладем его к нам в мешочек и рыбачим дальше. Так, попробуем дернем еще раз. Пусто. Так. О, есть что-то, есть. Ох ты, ё-моё, два карася. Друзья, смотрите, какая красотень. О, класс. Так, давайте их на мостик. Ё-моё, зацепились. О, смотрите, какие карасики. Замечательные. Кладем наш шест и берем карасика. О, ну, на жареху само то. Молоденькие, вкусненькие. Вообще класс. О, какие замечательные. О, и еще одного. Так, тихо, аккуратненько. Ох, и буйные-то. Пополняется мешочек. О, ё-моё, друзья, смотрите, какой мутантищий. Ну, ё-моё, ну что это за карась? Это даже карасем не назвать. Ну-ка, давайте-ка достанем его. Давайте-ка его с вами отпустим, пускай бежит. Ну, нам такая рыба не нужна, ну, капец, вообще. Это даже рыбу не назвать, настолько он маленький, там одни кости, да и чешуя. Давайте-ка еще раз проверим, будет что не будет. Пусто. Друзья, не знаю, слышно вам или нет, но где-то включит сирена. Либо где-то пожар, либо скорая едет. Но скорее всего, друзья, это, наверное, пожарная машина. Где-то, наверное, что-то горит, к сожалению. Ну а мы давайте попробуем дернуть подъемничек наш. Пусто. Вот, друзья, слышите? О, как орёт. Пробуем еще раз поднять. По-моему, что-то есть. О, точно, карасик, друзья. Но этого мы, наверное, уже... Давайте-ка возьмем такой более-менее нормальный карасик. Конечно, тоже небольшой. Ладошечный, кого это? Небольшой карасик, но ничего. Съедим, наверное, сегодня всей семье по карасику. И будем рады. Будет такой у нас ужин из карасиков. Небольшие карасики такие, ладошечные, может чуть больше. Может чуть больше, может чуть меньше. А мы, друзья, с вами рыбачим дальше. Нам бы еще 2-3 карасика, и было бы замечательно. Мне больше и не надо. Ох, ё-моё, друзья, смотрите, какой улов-то хороший. 2 чебачка, ух, чуть не ушли. Ну давайте таких возьмем уж. Положу, засолю. Может и еще нам удастся с вами поймать. О, друзья, смотрите, какие хорошие чубаки. Так. Одного берем. О, какой. Так. И еще одного. Так. Надо через голову. О, пролазит. О, какой хороший, шершавенький. Красивенький. О, какой. О, пополняется у нас пакетик. А мы рыбачим дальше. О, еще один поперли, друзья, чебаки. Только сейчас я вытащил 2 чебачка. Вот еще один подряд. Хорошо. Пошел чебачок ловится. Чебачок такой хороший, отборный. Смотрите какой. Так. Будет что не будет. Пусто. Ну ничего. Не всегда нам таскать карасиков и чебачков.
Вот, друзья, смотрите, какой окунёк был маленький. Ну ничего, пускай бежит. Там вообще просто проичился, друзья. Вообще маленький был. Пусто. Ошибся я. Ох, ё-моё, друзья. Смотрите, какого чебачка я накрыл. Добротный, хороший чебак. О, какой большой-то. Вообще хороший, друзья, чебак стал ловиться. Сегодня вообще мелкого чебака нету. Если тогда мы с Димкой ловили маленьких чебачков, то вот сейчас они вообще хорошенькие. Смотрите, какой шершавенький чебачок. Вообще класс. Кладем его в наш пакетик и рыбачим дальше. Так-с. Пустой подъем. Давайте, наверное, еще подъема 2-3 и будем собираться домой. Итак, поймаем мы с вами рыбки. Вон карасики, чебачки. Солнце он уже на закате садится. Так, будет, что у нас сегодня не будет. О, как же хорошо-то начали ловиться чебачки-то. Так, пролази. Вообще, очень хороший чебак. Прям нарадоваться не могу. Неплохо, друзья, под вечер начала ловиться рыба. Пусто. Опа. Все, друзья, давайте еще последний раз и будем собираться. Ух, все, друзья, хватит на сегодня. Сейчас мотаю подъемник и покажу вам мой улов. Что нам удалось сегодня поймать? Примерно где-то с пяток карасиков, с десяток чебаков. А лично я рыбалкой доволен. Ну а кому понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Дальше будет только интереснее. Пока-пока.